Привет всем, в этом видео покажу, что находится в моем рюкзаке, с которым я хожу сейчас в последнее время постоянно. Как только я его получила, я без него никуда. Вот так вот он выглядит. Я давно хотела какой-нибудь классический черный, возможно, кожаный рюкзак, чтобы под все подходил. Вот такой вот мне пришел. Я не помню, с какого сайта, вроде бы Dressling, но ссылки я оставлю внизу. Он небольшой по размеру, довольно такой средненький. От какой-то марки Jinlaya. Что-то такое. Вот, можете прочитать. По качеству безумно-безумно приятно, что он классно сшит. Никаких ниток вообще не торчит. Я была в шоке. Так, давайте с этого кармашка начнем. Мне очень понравилась вот эта вот деталь, которая здесь есть. Такой яркий акцент вот на застежке. Очень хорошие молнии, я была в шоке. Везде хорошие молнии, которые легко расстегиваются. Так, давайте начнем по порядку. Первое, что я достаю, это мой проездной в такой вот обложке с английским флагом. Вот тут мой проездной. И здесь у меня есть календарь на 2015 год из магазина «Твоем». Такая вот тут собачка миленькая. Просто сунула его сюда. В принципе, лишним не будет. Так, дальше у меня одна жвачка Дирол осталась. Вот у меня со вкусом мяты и мелиссы. Дальше, конечно же, мой студенческий билет. Сегодня я ездила, сдавала последний зачет и закрыла на этом зимнюю сессию. Я безумно этому рада. Можете меня поздравить. Студенческий, также пропуск в университет. Дальше есть резинка на всякий случай. Такая вот. Ляпёрдовая из Lady Collection. Дальше есть салфетки, если вдруг сопли потекут. Далее мой любимый просто бальзам. Это Dior Lip Glow. Нет, да, Lip Glow. Такой вот. Довольно мало у меня осталось, я просто в шоке. Я никогда так много для губ ничего не использовала. У меня даже, мне кажется, скоро кончится. Вот где-то вот так вот. Это где-то, наверное, половина осталось. Безумно приятный запах, я обожаю. Бальзам, он такой делает легкий розовый цвет на губах. Это очень мило смотрится. Отлично увлажняет. Обожаю этот бальзам. Обязательно буду покупать снова. В принципе, этот кармашек уже пустой. Он довольно вместительный, но я туда много не кладу. Также есть вот такие вот кармашки по бокам. Очень такие глубокие, удобные. В одном кармашке у меня лежат наушники. Также сзади есть вот такой вот потайной кармашек. Так, что у меня там? А, да, этот рюкзак с сайта Jolly Chick, я вспомнила. Вот. Такой вот сайт. Первый раз я тут что-то заказываю. И заказываю, я, в принципе, довольна. Тоже очень такой довольно глубокий карман, но я туда ничего не кладу, потому что часто он расстегивается сам. Это меня немножко пугает. Очень удобная застежка в виде магнитика, которая очень хорошо держится, никогда не расстегивается. И внутри у нас два отделения, тоже удобные молнии. Очень нравится то, что такие вот на молниях довольно-таки большие массивные ручки. В тоненьком кармашке у меня ничего не лежит. И уже в основном отделении у меня все мое барахло навалено. Вот, смотрите, довольно очень много места. Есть два кармашка по бокам, один кармашек на молнии и один без молнии. Все по классике. Так, давайте начнем. Все по порядку. Первое, это кошелечек, тоже с китайского сайта какого-то, уже не помню, если найду ссылку, оставлю. Вот такой вот синенький. Так, вот тут такая вот молния есть, везде куча мелочи помещается. Дальше, на двух застежечках таких, он открывается, тут у меня лежат все мои, ну не все мои карточки, но большинство карточек, которые сюда влезли. И также вот тут два отделения под деньги. Ну, возможно, не по деньги, но я туда кладу деньги. И также вот такой вот кармашек. Это тут я храню чеки, потому что он вообще никак не закрывается. Вот. Такие вот дела. Очень удобный кошелек. Дальше тетрадка по предмету, который я сегодня сдавала. Дальше вот такой вот пенал. Тоже увидели, я вам показывала. С Вайнкоин заказывала. Ничего особенного нет. Карандаши, ручки, линейка, замазка. Даже маркеры есть. Дальше моя переносная аптечка. Вот такая маленькая косметическая из магазина Lady Collection. Я вам ее показывала. Мне она очень нравится. Всегда, всегда во всех моих сумках. Потому что в последнее время как-то я стала болезненной. То живот болит, то голова. Всегда таблетками при себе. Также тут лежит вот такой вот крем для рук.
из какой-то коробочки. Это отгадали, скоро кончится уже. Положил окситамский, который уже купила. Ой, такая же пустая коробка от жвачки. И там таблетки от горла, от головы, всякие от живота. Вот. Дальше мой паспорт. Он, кстати, должен лежать в кармашке на молнии, но, видимо, он выпал. Вот такой вот чехол с Италии, из Фикс Прайса. Отличный чехол. Долго не прослужил, но уже начало вот тут вот рваться посерединке. Это жалко, потому что чехол просто офигенный. А сегодня я еще ходила в новый книжный, купила себе вот такие вот декоративные скотчи. Я это покажу, если вам интересно. Вот такой вот наборчик из 6 скотчей. Буду оформлять свой личный дневник. Стоит всего 119 рублей. Очень приятно. И вот такой вот набор, тут побольше разных вариантов скотчей. Вот такие вот. Это стоит 129 рублей. Много именно вот таких вот было разных вариаций. Я выбрала вот такой вот. Что, будем пробовать. Никогда раньше у меня не было таких скотчей. Давно хотела и вот разорилась. Две новые ручки тоже купила сегодня. В кармашке без молнии у меня лежит 3 сахара из Макдака. В прошлом видео тоже говорила о сумке, что всегда беру, если лишние. Ручка, которую я сегодня писала, тест. Так, в кармашке на молнии лежит у меня зачетка. И, конечно же, мой телефон в новом чехле. Давайте похвастаюсь чехольчиком вот такой вот. Очень красивый. Представляете, в Ашане нашла чехол на 6-й iPhone. Такой офигенный. Да, это просто. И стоит он 350 рублей. 350 рублей за чехол. Я в шоке. Вот такой красивый. И цвет просто любовь такой. Бирюзовый. Офигенно. Вот так вот выглядит спереди. Вот, в принципе, он ничего не защищает, так что ронять лучше не надо. Но сам он очень красивый. Представляете, да, на этом все. Такой вместительный рюкзак. Много туда всего помещается. Я очень довольна им. Вот. Давно просили видео о сумке снять. Также весной, скорее всего, я сниму еще одно видео о сумке, потому что у меня уже есть одна сумка, которую я пока еще не ношу. Она на зиму, мне кажется, не подходит. Я ее всего пару раз носила. Но эту сумку я очень давно уже хотела купить, и вот купила. Так что ждите весной еще одно видео по сумке. И надеюсь, вам это видео понравилось. Это все. Оставляйте комментарии, понравилось вам это видео или не понравилось. Такие тоже оставляйте. Ставьте свои пальчики вверх и вниз. И всем спасибо за внимание. И всем пока. И всем спасибо за внимание.